В эфире «Автодром Плюс». Из нашей сегодняшней программы вы узнаете, почему технически совершенные и сложные автомобили Mazda необходимо, да и в итоге выгоднее обслуживать только у официального дилера. А владельцев отечественных автомобилей мы порадуем информацией о расширении ассортимента в одном известном магазине. Кроме этого, вы поймете, где в случае необходимости качественно осуществить кузовной ремонт автомобиля. Так что оставайтесь вместе с нами. Автомобили Mazda технически сложные и совершенные. Для их обслуживания необходима соответствующая квалификация, инструмент и расходные материалы. В оренбургском дилерском центре Mazda есть все необходимое. Его уровень высоко оценил солидный немецкий гость. Чисто внешне современные автомобили становятся похожими друг на друга. Именно поэтому среди автопроизводителей начинается борьба технологий, которые в последнее время развиваются стремительными темпами. А любой автолюбитель в свою очередь мечтает, чтобы его автомобиль служил верой и правдой долгие годы. Поэтому обслуживание именно у официального дилера снимает массу будущих возможных проблем. Особенно если речь ведется о таких высокотехнологичных автомобилях, как Mazda. У нас в городе официальным дилером, который осуществляет продажу и обслуживание автомобилей Mazda, является автосалон Рольф Урал, который находится на улице Шоссейная, 30. Совсем недавно к нам в гости приезжал Томас Роте, директор по послепродажному обслуживанию Mazda Motor Rus. Большинство клиентов пытаются сравнивать абсолютно разные вещи. Например, клиент сравнивает стоимость ТО у официального дилера и стоимость ТО в гаражах и видит разницу, но не понимает, что только официальный дилер выполнит больше 20 операций. А в гараже это будет только замена масла в двигателе. Только официальный дилер публично указывает стоимость ТО и перечень работ на своем веб-сайте. А окончательная стоимость обслуживания в гараже – это всегда лотерея, как договоришься. В-третьих, только официальный дилер дает гарантию на выполнение работы и запасные части. Но и самое главное, механики официальных дилеров Mazda регулярно проходят обучение, имеют самое современное диагностическое и сервисное оборудование, получают последнюю информацию от производителя и работа дилеров контролируется на соответствии стандартам Mazda. Компания Mazda всегда стремится предоставить клиентам самый высокий уровень услуг по обслуживанию автомобилей. Механики центра регулярно проходят специальную подготовку, а при обслуживании используются только оригинальные запчасти высокого качества. В сервисе Mazda можно выполнить все виды работ по ремонту и обслуживанию автомобилей Mazda, начиная от установки дополнительного оборудования и заканчивая сложным ремонтом двигателей и трансмиссии, а также все виды малярно-кузовных работ. Но самое главное, на все работы предоставляется гарантия, что дает спокойствие автовладельцу. Кроме выполнения регламентных работ, клиенты могут детально познакомиться с тем, что конкретно было сделано и на что еще стоит обратить внимание. Важный немецкий гость оценил уровень оснащения и подготовленность персонала оренбургского дилера Mazda весьма высоко. Also, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass wir einen Händler haben für Mazda in Orenburg. Я очень рад, что в Оренбурге есть дилер Mazda. Качественный шоу-рум, где выставлены автомобили, качественное оборудование, квалифицированные механики. Я первый раз в Оренбурге у официального дилера Mazda, и я рад, что здесь работают по нашим самым высоким стандартам. Нужно запомнить две простые вещи. Первое, то, что если вы обслуживали авто у официального дилера, это автоматически поднимает цену подержанной машины, да и продать ее будет проще. И второе, квалифицированные механики имеют все необходимое диагностическое и сервисное оборудование, а на запасные части дается гарантия. Так что если вы владелец автомобиля Mazda, то наша программа советует приезжать на обслуживание к официальному дилеру Mazda, автосалон Рольф Урал, который находится на улице Шоссейная, 30. И в-третьих, именно сейчас, с 1 января по 18 марта, в автосалоне действует специальная акция «Зимний сервис», где на многие виды работ предусмотрены существенные скидки. Хорошо, когда есть выбор. Особенно это касается запасных частей для российских авто. Приходишь в автомагазин, как в супермаркет. Ассортимент большой и цены очень низкие.
Совсем недавно этот известный в городе автомагазин открыл второй торговый зал, расширив ассортимент предлагаемых товаров. Теперь в первом зале покупатели смогут найти запасные части и расходные материалы на российские автомобили марки ВАЗ, ГАЗ и АК. Имеется все, начиная от маленького болтика и заканчивая агрегатами в сборе. Второй зал полностью отдан под масла, аксессуары и многочисленные автопринадлежности, без которых современному автомобилисту просто никуда. Ассортименту этого зала порадуется любой автомобилист. Кроме этого, автоцентр «Форсаж» не зря именуется автоцентром, поскольку кроме приобретения запчастей и аксессуаров, автолюбители могут установить их на свои машины тут же, в одноименном автосервисе, в котором есть все необходимое оборудование и подготовленный персонал. И самое главное, цены здесь и на товар, и на услуги весьма и весьма низкие. Приезжайте и убедитесь в этом сами. Автоцентр «Форсаж», улица Газовиков 1, напротив магазина «Спутник» по объездной. Кузовной ремонт – дело очень сложное. Не каждый сервис возьмется восстанавливать сильно поврежденный автомобиль, поскольку необходим опыт, знания и соответствующий инструмент. И все это есть в кузовном автосервисе «Хай-Тек». Кузовной ремонт иномарок – весьма трудоемкий процесс. Недаром цены на эти работы выше, чем на отечественные авто. Объясняется все просто. Выверенные до миллиметра зазоры, многослойное лакокрасочное покрытие, сложные формы. Не каждый кузовной автосервис возьмется ремонтировать, например, престижный внедорожник или седан. А вот в кузовном автосервисе «Хай-Тек» уверены, любую машину можно вернуть к жизни. Главное – иметь необходимые знания и опыт. Ну и оборудование, конечно. И каждый день мастера «Хай-Тека» доказывают то, что тотальных автомобилей не существует. В подтверждение этого совсем скоро вы узнаете, как в «Хай-Теке» восстанавливали практически уничтоженный в аварии автомобиль Toyota RAV4 и почему другие сервисы отказались его делать. Так что, если ваш автомобиль, неважно какой марки и модели, нуждается в качественном кузовном ремонте или обслуживании, не раздумывайте, а сразу обращайтесь в «Хай-Тек» на улицу Беляевская, 8.